Полицейские вернули деньги, похищенные мошенниками у бабушки из Суходола. 85-летняя пенсионерка, не проверив документов, впустила в дом якобы сотрудника коммунальной службы. Тот сделал вид, что проверил счетчик, предложил по госпрограмме установить новый, экономичный. Он даже сам прикрепит умное устройство к банковской карте женщины. Такая вот была легенда. Женщина его пустила в дом. При том, не насторожившись, не проверив его ни удостоверение личности, ничего. Соответственно, он начал с ней общение, располагать к себе, после чего, проверив, создав видимость счетчиков ее, сказал, что необходимо данный счет, после установления данного счетчика, прикрепить к ее карте, где будут списываться деньги, соответственно, автоматически, и будет и дешевле, и не нужно ей никуда ходить, ни в какие коммунальные услуги. Банковскую карточку и код от нее бабушка передала преступнику сама, а когда более 140 тысяч рублей оттуда были сняты, обратилась в полицию. Полицейские составили ориентировку на преступника, с которой ознакомили коллег по области. Изучили документы о движении денежных средств, узнали, в каких банкоматах было произведено их снятие, изучили записи с камер видеонаблюдения. В апреле схема мошенничества повторилась, но уже в Самаре. Преступника, ранее судимого жителя областного центра, задержали. В Сергеевском РУВД его опознала потерпевшая. Подозреваемый не просто признал вину, но и вернул почти все украденное у бабушки. Хотя такое бывает далеко не всегда. Поэтому подобное преступление является тяжким и наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, лишением свободы на срок до 6 лет.